Всем привет, дорогие друзья! Я хочу вам показать мухоловку. Вот такая у нас мухоловка с обычной 1,5-литровой бутылки. Берем, отрезаем так вот аккуратно горлышко, вставляем вплотную. В качестве приманки мы используем сахар и мед. 100 миллилитров кипятка, мы выливаем в емкость, 2 столовых ложки сахара и 1 ложку меда столовую. Все это размешиваем и выливаем в бутылку. Такой получается сироп. Мухи сюда залазят, и они вязнут в этом сиропе и уже остаются штабелями, забиваются. В общем, сейчас как раз полно мух, сентябрь месяц. Тем более консервация идет, заготовки к зиме. На кухне такие 3-4 бутылки поставите, ну, ловушки, на подоконник, на столе. И все же будет меньше вам мухи мешать. Не всегда же мы будем брызгать дихлофосом, хотя можно, но когда в округе одни продукты. Поэтому особо труда не составит никому сделать такие вот мухоловки. Поставили и все. И они забиваются сюда штабелями. В общем, такой вот, как вариант. Пишите комментарии, подписываемся на канал, не забываем про колокольчик. Всем удачи, всем пока.